В Расторгуевском парке прошли семейные соревнования, приуроченные к Дню Отца. Мероприятие также совпало с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. А организатором выступила МБУ по работе с молодежью «Энергия». Практически все наши клубы принимают участие в этом мероприятии. Это и прикладные клубы, и в том числе «Ратник». То есть это наше традиционное мероприятие, покровские встречи. И проводим мы его тоже традиционно. У нас и конкурсы прикладные, и творческие, и технические, и в том числе военно-патриотические. Этапы тоже будут, и викторина будет. Старшие воспитанники оборонно-спортивного клуба «Ратник» подготовили несколько соревновательных этапов для команд-участниц. Каждое испытание нужно было выполнить быстрее соперников по установленным правилам. Я думаю, это будет интересно, потому что себя проверить в экстремальных условиях – это здорово. Ну и наша игра еще освещается поддержку наших ребят, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Вот. Поэтому здесь все, кто хотел, пришел себя проверить. В каждую команду входили не только ребята из «Ратника», но и их папы. День отца они решили провести вместе со своими сыновьями, участвуя в командных играх и помогая советами. Впервые активное участие в покровских встречах приняли представители Совета отцов муниципалитета. Пригласили нас, потому что мы дружим, да, со всеми организациями, кто занимается молодежью в нашем городе. И, соответственно, от Совета отцов у нас участвуют наши ребята, которые занимаются в клубе «Расто мужчиной». Вместе с папами, вместе с мамами активно участвовать будут сегодня в сегодняшних соревнованиях. Несмотря на холодную, дождливую октябрьскую погоду, никого из ребят не покидал дух здорового соперничества и хорошее настроение. Им предстояла разборка сборка автомата на скорость, прохождение полосы препятствий. На нескольких этапах необходимо было проявить навыки рукоделия. Не пропускал тренировок, может быть, дома там занимался, подтягивался, отжимался и ждал этого дня. Это моя первая игра в году, поэтому я даже чуть-чуть волнуюсь. Сегодня я отлично провел время со своей семьей, и размялся, и духовно отдохнул, так сказать. Отца надо любить как маму, можно так сказать. То есть вот мы отмечаем 8 марта, День матери, сейчас надо отмечать День отца, то есть душевно дарить подарки, там вот это все. Надеюсь, что вот таких игр будет больше и приходить будут больше народу. Мы расширяем клуб, стараемся, чтобы приходило как больше людей. По завершении соревнований все участники согрелись горячим чаем с пирогами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.